Игорный дом. В Челябинске оперативники накрыли подпольное казино. Игровую зону люди оборудовали в жилище одного из участников преступной группы. Там стражи порядка обнаружили игровые автоматы и компьютеры. Нашли также и выручку от нелегальной деятельности. Казино работало как минимум с начала года. Сейчас в отношении людей, которые создали место для азартных игр, ведется следствие. Устанавливается их причастность к другим преступлениям.